Привет, зрители! Это у нас жуки-плавунцы. Идеальные пловцы. Они едят рыб маленьких. Вот они такие быстрые. 1 километр в час. У них голова как у цикад. Они это... Жуки такие вот приспособлены к воде. И они, когда под водой, они пузыри делают. Когда они дышат. Они очень любят на поверхности быть. Там же много, что можно поесть. У нас здесь самки и самцы. Крылья, как у клопов обычных. Живут 2-3 года. Самка живет 3 года. А самец 2 года. У них ноги с волосками. Вот почему они умеют плавать, ходить по воде, как водомерки. У водомерки тоже есть волоски. Вот один так вот купается, как чучело. Не движется, не хочет плавать. Это у нас семейка такая вот. У них есть приготовленные для охоты такие вот передние ноги, которые не могут схватить тебя так больно, как коса тебя укусила. Но когда им 1 год, они кусают, как комарик. Жуки-плавунцы очень любят морских рыб. Есть, если их покормят. И они едят мертвых больших рыб, например, как сом. Вот у нас есть такая вот семейка, которая воюет. Все они очень быстрые. На одном месте не могут быть. Я их впервые в жизни нашел. Они были на суше, искали себе пищу. Мух, червяков, муравьев. Они так похожи на тараканов, у них же то же самое крылья. Они родственники речного скорпиона. Пока зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!